Настя, прежде всего, с победой. Спасибо. Пару комментариев, так сказать, свежих впечатлений первых по игре. Весело, бодро, задорно. Круто, классно. Хорошая команда, наши друзья, почти что родственники. Поиграли в удовольствие, кайфанули. Что мы, что Dream Team, наверное. Собственно, вот. За счет чего удалось так вот с таким счетом закончить матч сегодня? Решающие факторы какие, на твой взгляд? Не знаю даже. У нас тренер классный. Он нас чувствует, щупает, трогает. Вот. Но это только начало, дальше будет лучше. Соперник смог чем-то удивить? Да. Это соперник по сравнению с прошлым годом очень набрал в плане хоккея. Вообще большие умнички и респект Dream Team и их тренеру. Ты была признана лучшим игроком матча. Довольна с собой сегодня? Естественно. Я вообще самая лучшая и самая классная. Хорошо. Ну, хорошо. А традиционный вопрос. Почему болельщикам стоит больше внимания уделять женскому хоккею? Потому что нечего смотреть на другие виды спорта. Футбол неинтересно, а мужской хоккей уже все видели. А женский, он развивается. Тут больше драйва, эмоций и красоты. Зовем болельщиков на следующий матч? Конечно. Приходите, болейте за... Как наша команда там называется? За «Динамо». Отлично. Когда ближайший? Ой, я не помню, честно. Актуальное расписание на сайте лиги. Да, вот смотрите там. Там все написано черным по белому. Все, отлично. Большое спасибо. Еще раз с победой. Спасибо большое.